Самый романтичный день в году. Седову исполняется 92 года. Он был спущен на воду в Германии 14 февраля 1921 года. Тогда он назывался Магдалена Виннен. Через полтора десятилетия стал учебным парусником Коммодор Йонсен. Сейчас уже под именем прославленного российского полярного исследователя Георгия Седова продолжает путешествовать по морям. Свой праздник, как и положено покорителю океанов, Барк встречает среди волн. Человек за бортом не всегда плохо. Иногда это означает, что по ту сторону ведутся работы. Чистку трапа можно сравнить с бегом по кругу. Привели в порядок, прибыли в порт, и уже по нему прошли тысячи ног. И вот еще парадокс. На берегу путешественники мечтают о море, а в море спешат увидеть землю. Волна большая. На берег выходят рифы, по-видимому, здесь, вблизи. Потому что поднимается она очень хорошо, круто. Да, да, рифы. Да, интересное побережье. В этот раз Седов встречают на Самоа. В столице, единственном городе и порту этого островного государства. Живет здесь 38 тысяч человек. И круглый год плюс 25. Скорость. И за 3-9 земель и морей Седов гордо несет российский флаг, а экипаж вспоминает родной порт, где, в отличие от островного Самоа, сейчас зима. The population from the northern part and all Russia now about our voyage through his material. Говорят, на парусник, идущий под всеми парусами, можно любоваться бесконечно. Время стоянки в каждом порту кругосветки ограничено, но на то, чтобы восхититься красотой 92-летнего барка, его хватает.